Сегодня мы идем к молодой многодетной мамочке. У нее сейчас тяжелая финансовая ситуация, ей некому помочь. И вы знаете, при этом она нам передала несколько огромных пакетов с детской одежды, чтобы мы передали их другим одиноким нуждающимся мамочкам. Вот такое у нее открытое, доброе сердце. И мы, в свою очередь, передавали ей нашу любовь, наше тепло, нашу заботу. Берите. Берите пакеты. Берите пакеты. Вместе берите. Аккуратно. На кухню, да? Потихонечку. Берите. Ну, вот, или по одному. По одному штучке, по баночке прям. Тащить не надо? Пускай несут. Несите на кухню. Угу. Несите. Будете маме помогать готовить? Да. Конечно, помощники. Тяжело. Вот так. Вот, молодцы. Да, вот, молодцы. Что сегодня будете готовить? Кашу будете? Вкусную. Со сгущенкой. Тихо. Прям везите. Вот такие помощники растут. Красивые, сильные, умные. Наша преподаватель Жанабель передала эти продукты. Вы рады? Ты хотела что-то сказать, Диан? Угу. Скажи, пожалуйста. Жанабель, спасибо за вкусные подарки. Побольше вот таких людей. Спасибо огромное. Устами ребенка глаголит истина. Давайте же будем более внимательными и милосердными к окружающим нас людям.